Компания Blackview представила свой очередной защищенный смартфон BV8900, который предлагает гигантский аккумулятор, 16 ГБ оперативной, 256 постоянной памяти, камеру с оптической стабилизацией, стереодинамики, тепловизионную камеру и многое другое. Но давайте обо всем по порядку. Подписывайтесь на канал. Поехали! Модель 8900 – это удивительный смартфон, как и другие смартфоны этой компании, предназначен для людей, ведущих активный образ жизни и нуждающихся в надежном устройстве, которое способно выдержать экстремальные условия. Смартфон обладает рядом отличительных функций, все, что потребуется в походе. Одной из ключевых особенностей смартфона является его встроенный тепловизор с четырехкратным приближением. Эта технология позволяет пользователю видеть инфракрасное излучение и обнаруживать тепловые следы. Эта приблуда полезна для различных задач, включая обнаружение тепловых утечек в зданиях, поиск людей или животных в темноте и так далее. Возможности тепловизора делают новинку незаменимым инструментом для тех, кто работает в сфере безопасности, строителей и прочих профессий. Еще одной выдающейся особенностью смартфона от Blackview является его аккумулятор емкостью в 10380 мАч. Это огромная емкость, которая обеспечивает долгое время работы без необходимости зарядки, а еще тут 33-ваттная быстрая зарядка. Независимо от того, занимаетесь ли вы активными видами спорта или просто находитесь в поездке на природе, вы можете быть уверены, что заряда батарейки хватит вам на протяжении длительного времени. Новинка также известна своей прочностью и защитой от воды и пыли, а также от физических воздействий по стандарту Military STD 810H. Устройство также соответствует стандарту IP68, IP69K и имеет усиленный корпус. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7. И это позволяет вам использовать смартфон в самых экстремальных условиях, не беспокоясь о его целостности. 8900 оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением 2,4K. Правда, есть одно «но». На странице AliExpress разрешение указано равным 2400 на 1080 пикселей, так что, возможно, 2,4K это имелось в виду разрешение по вертикали. Киношки можно смотреть долго и с комфортом, тем более есть стереодинамики. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio P90, что обеспечивает достаточную производительность для выполнения повседневных задач и запуска требовательных приложений. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти плюс 8 ГБ виртуального расширения. Встроенной памяти 256 ГБ, что позволит хранить большое количество файлов, игр, фильмов, фотографий и видео. Теперь про камеры. Основная предлагает разрешение 64 мегапикселя с датчиком от Samsung GW3. Эта камера имеет оптическую стабилизацию. Это большой плюс и отличительная фишка среди подобных защищенных смартфонов. Также тут есть тепловизионная камера, как я сказал, да еще и с четырехкратным приближением. Фронталка на 16 мегапикселей. Смартфон работает на операционной системе Android 12, поддерживает стандарт USB 3.0. Несмотря на все эти функции, стоит отметить, что Blackview BV8900 может показаться немного громоздким и тяжелым из-за своей прочной конструкции и большого аккумулятора. Однако для тех, кто нуждается в надежном и выносливом смартфоне, это не недостаток, а достоинство. В целом новинка является смартфоном, предназначенным для тех, кто ведет активный образ жизни и нуждается в надежном и защищенном устройстве. Тепловизор, емкий аккумулятор, защита от воды, пыли и падений – все эти функции большой плюс для тех, кто ищет подобные устройства. Рекомендую ознакомиться по ссылке, тем более сейчас на него действует хорошая цена и различные бонусы. Так что залетайте по ссылке. Напишите, как вам новинка, спасибо за лайки. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Пока-пока.